10 тому назад, когда я пошел со старшим братом гулять. Пошлялись по городу и пошли в компы. Тогда я не знал, что такое биты. Тогда была в телефоне полифония, на нем же на уроках были игры. А теперь компы у каждого в доме, все уже и забыли про игровые салоны. Теперь каждый третий в онлайне, MMORPG по мере по крайней. Боевые стратегии, шутеры и прочие виртуальные миры наши бошки заморозили. Только мы не знали, что игра нас так затянет. Игромир нас жутко манит, теперь мы зовемся игроманы. Увы, только мы не знали, что игра нас так затянет. Затянула, оказалась виртуальная реальность. И снова бешеная скорость накроет с головой. Ты окунешься мир с одним только правилом. Вперед, это так просто, лишь движение твоей руки. Чувствуешь себя богом за компом, не так ли? А может, любишь пораскинуть мозгами? Тогда тебе подойдут Empire или Red Alert. Стратегии весьма увлекательные, если ты мечтаешь подчинить своей властью весь кибермир. Всевозможные стрелялки и боевики, взять того же сталкера или Counter-Strike. Любишь море крови и когда наружу кишки, на прилавке игры, но любой вкус выбирай. А ведь началось все с самой первой приставки. Помнишь, как сходил с ума от игры в танки? Но теперь запросы больше.